Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня такой кратенький обзорчик. Собственно, это у нас такой шкафчик с выезжающимися шуфлядами. То есть задум производителя это под 20 мини-DV кассет. Но так как кассеты уже не особо актуальны, можно использовать в любом назначении. Это у нас артикул 458/2 фирма Джея. Размерчики у нас 24,5 на 8,3 на 25,3. Упакован так в пупыришку, то есть можете сразу нервный стресс снять при получении. И, собственно, это вот такой вот ящик. Прикольный. Абсолютно новый. Было бы много, я бы себе что-то с них примутил. Привезли из Германии пока один. Собственно, здесь механизировано открывание. То есть нажимаете кнопку, и шуфляда выезжает. А с завода они идут вот с такими вот перемычками. То есть можно использовать как картотеку. А сзади здесь закрыто, то есть туда сейчас ничего упасть не может. Не знаю, как вам это показать. Ну вот видно, да, блики идут. А можно перемычки убрать, и получаем такие шуфляды. Можно хранить, к примеру, деньги. Да? Такой небольшой кассовый аппаратик. То есть примерно, если учитывать по эту, то где-то 150-200 купюр ровно уложенных помещаются. Ну, здесь высота больше, но здесь вот эти вот бортики, они ниже, чем передний и задний. То есть можно использовать, ну, абсолютно как вы это себе задумаете. Двухсоточки сюда четенько помещаются. Если ставить доллары, они будут чуть уже, легче будут ставиться. Евро примерно как двухсотки по размеру. Вот такой вот коротенький видосик. Лайкос. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.